Здравствуйте. Сегодня тема, как снять стекло, если заклинило стеклоподъемник, моторчик, то есть сам моторчик не реагирует. Плюс-минус подсоединяешь через аккумулятор, но он ни в какую не реагирует. Надо открутить три гайки, два болта здесь и здесь. После чего надо оттянуть всю эту трапецию, чтобы она вылезла. До упора налево, верхнюю часть смещаем вправо. Все, таким вот образом снимаем это все. Эти заклепки тоже аккуратно отсюда снимаем, чтобы не поломать. Снимаем, убираем в сторону для дальнейшей установки. Вот. Вот этот механизм там находится. В таком положении, сместив сюда, этот нужно сдвинуть направо, то есть нижнюю часть налево, это направо. Все, оно вылезло. Вытаскиваем провода, ремонтируем, смотрим, что внутри. Все, ставим на место, аналогично. Разборки обратно поставим на место.